своими глазами. 28 мая проводится открытый чемпионат города Бельцы по гребле на байдарках и каноэ. Приехали сильнейшие спортсмены Республики Молдова и представители Украины из города Ильичевска. Мы приехали с Одесской области, город Черноморск. Я тренер с города Южного, но представляю команду города Черноморска. Приехали мы с Украины, чтобы выступить у вас на соревнованиях в теплой Молдавии. Привезли мы 3 спортсменов, байдарочников разного года рождения. Вот, наши ожидания, конечно, хочется очень хорошо выступить. Вот, и сезона пока у нас нет. Вот, но вот попробуем свои силы среди ваших ребят. Занимаюсь я год уже. Шел на гребле, потому что мне очень понравилось это. Хочу в этот день, потому что у нас по традиции в каждый год этот чемпионат посвящается ко дню города, храм нашего города. Хочу пожелать вам в этот день добиться хороших результатов и всего и наилучшего, и чтобы показали наши ребята, ну, те, которые соревнуются, хорошие результаты. И удачи, еще раз удачи вам. В соревнованиях принимают участие более 100 человек. Соревнования проводятся по 4 возрастным категориям на дистанциях 200 и 500 метров. Значит, у нас есть довольно большое количество сильных спортсменов, которые представляют нашу команду на этих соревнованиях. Основные лидеры нашей команды – это, конечно, Керонда Андрей, Банару Станислав, Таку Александр, Рашуорова Арина из девочек, Ильчишина Юлия и подрастающая молодежь. Это малыши, которые на тренировках себя довольно хорошо зарекомендовали. Сейчас они, некоторые впервые, будут защищать честь нашего города. Я занимаюсь 6 лет греблей, довольно-таки немало времени провел здесь. И можно сказать, вырос на канале, так как тренировался и по 2 раза в день пропадал здесь часами, жертвовал временем. И привел меня вообще друг, но привел он не на канал, а в спортзал, так как я хотел, был маленький, мне 11 лет было, хотел немного подкачаться, как юноша сейчас, стараюсь себя держать в форме. И так закрутилось, что тренер привел меня на канал, даже не ожидал, что я выйду в каноэ. Понравилось. Первые соревнования были через 2 месяца после того, как я сел в каноэ, сразу произошел. То есть затянуло. Потом уже вырос, начал выступать и в двойке, и в одиночке постарше на чемпионате Молдовы. С напарником Крючком Михаилом начали выигрывать. И как бы появился стимул все больше стремиться выигрывать старших, потому что мы много раз выступали по старшим годам. И, ну, самое тяжелое, думаю, это дотерпеть до конца на больших скоростях, когда ты идешь 200 метров, 1000. 1000 ты набираешь максимальную скорость, это очень тяжело, то есть 4 минуты терпеть до финиша. Но если тебе нравится это дело, у тебя минуты идут как секунды. Но также, чтобы показывать хороший результат, нужно усердно тренироваться. Эти минуты превращаются в годы тренировок.